Израиль это сейчас с борьбой? Дим, потихоньку. Ты знаешь, ко мне приезжали, Агаева я встретил, с ним я что-то хорошее, хорошее. Угу. Сейчас же Магомед стал главным тренером Израиля. Израиля? Главный тренер России, он был в Турции на чемпионат мира по взрослым. Поехал со мной Леня, там есть такой представитель Федерации борьбы Израиля. Поехал он, наверное, я не поехал. Я ездил только на, да, я в Турции первый раз был. А потом он поехал уже. Магомед спрашивает, а что ты, говорит, Райк не приехал? Говорит, почему? Почему я завозил тебя? Не помню. Что-то опять завозилось так, вот, все это. Ну как они, твоя команда? У меня был в гостях сейчас старший тренер Дагестана в Израиле. Главный тренер, а старший тренер Мурат был. Мурат же проиграл только с Айтиевым, у них там драка получилась на Олимпийских играх. Он вторым стал. Потом еще один Мурат, чемпион мира был. Они в гостях были у меня все. А как вообще в Израиле борьба-то развивается? Что там? Результаты какие? Потихоньку. В общем, борьбу мы организовываем, да? Да. Вся борьба вольная на нашем. Если честно сказать, то Рафик там толчок дал. В Израиле? Не за есть... понятия, я тоже не имею, что такое борьба. Mm. Они боролись на своем уровне. Рафик, когда... Рафик, так, у Рафика такие знания, которых у них не было. А ты здесь тренером работал хоть какое-то время? Ты что, смеешься, что ли?